Добрый день, на связи Кочубеевский район. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, от чистого сердца поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы. Спасибо вам за наш мир, за чистое небо. Ваши подвиги никогда не будут забыты и всегда будут жить в сердцах наших детей, внуков, правнуков, грядущих поколений. Учитель школьный, сосед историк, целует дочку и молчит, обняв жену. Ему в июле всего лишь 40, а он сегодня уезжает на войну. Ему в июле всего лишь 40, а он сегодня уезжает на войну. И над полями стоит птиц, летят слова, знай, я вернусь, победа будет, только жди и верь мне только. Я уезжаю воевать за всю отчизну и за Русь, но я вернусь, жди меня, мама, сын твой Колька. Я уезжаю воевать за всю отчизну и за Русь, но я вернусь, жди меня, мама, сын твой Колька. В опустевшем храме женский стол, сколько нас таких с одной судьбой. Мы стоим и просим у икон, заклинаю, только будь живой. Алой ленты яркий лоскуток, волосы себе я заплету. Не увижу похоронки строк, лишь живым домой тебя я жду. Боже мой, прошу тебя опять, милосерден будь к нему. Буду миг за мигом повторять, больше жизни я его люблю. Я его люблю. Я его люблю. Бессмертный полк, бессмертный полк.